У меня курица бросила два яйца, в которых есть маленькие цыплятки. Слышно было, когда они стучат. Курица уже не хотела на них сидеть, только ночью сидела. Я решила их погреть на грелочке. Может, еще вылупятся они, пока есть звуки жизни. Им тепло уже. Вот уже за это время, что у меня греется, уже почти открылось яйцо. А второе вообще не было еще открыто. Оно было полностью закрыто, только стучание слышно было. Приду еще через некоторое время, посмотрю, как они. Ой! Как они тут поживают. Вдвоем их вообще не скучно. У меня там в клетке еще есть цыплятки, которые уже вылупились. Но курица уже не хочет сидеть на яйцах, так что приходится греть. Покажу потом, что с этого выйдет у нас. Пускай греется.
Эй, Кази. Кази, я Кази вырвусь. Ой. 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 Як вона наладилась? Так дьобово. Новорождений цыпленок, да? Маленький. А там, коли наладиться? Вже має поваритися. Який? Оцей. Гіті. Зараз. Правда? Гарно. Ну, дивись, цыплятку. Я? Молодець. А чому вона гріє? Спить цыплятка. Маленький. Чому ти рухаєш? Може полухати? Його не треба. Іду, хлопчик. Это уже прошла ночь. Один цыпленок быстрее высох, второй позже родился и еще мокренький.
Мамы